Всем привет! Я в магазине Fix Price. Опять у нас новые рамочки. Фоторамка 13 на 18. На вид состаренная и как будто металлическая. Состав: полипропилен, бумага и стекло. Они все разные. А вот с цветочками. На любой вкус. 55 рублей. Это еще не все. Еще рамочки. 10 на 15. Разные цвета. Вот такая гламурная розовая. 77 рублей. Состав: полипропилен, картон, бумага, стекло. Опять завезли флористическую губку. И прямоугольную за 77. И круглую. Производство Китай. Подарочный набор. Брелок и ручка. Наборчики разные. Брелки, по крайней мере. И цвет ручки. И расцветки. С ценами сегодня у меня будет запарка. Цены не повесили. Набор подарочных коробок. И такой расцветки. Размер коробочки 9 на 7 и на 3 сантиметра. Две штуки. Наклейка цветная. Наклейка 3D цветы. Смотрите, какая большая. Две штуки. Просто большая. И вот такие вот бывают рисунки. Хочу показать, что они там объемные. Если видно, наклейки объемные. А вот и павлин тоже объемный. Розы. Кто знает, куда их приклеивают, эти наклейки? Я вот даже понятия не имею, куда их можно приклеить. И эфелеву башню тоже остановилась. Опять с ценами. Пожалуйста, мне не пишите, что я не называю цены. Но нет этих цен. Подарочный набор, доска, планшет, блокнот и ручка. Очень удобно записывать. Дизайны разные все. И голубая. Интерьерная табличка. Размер 140 на 220 миллиметров. Материал фанера, картон, шпагат джутовый и краски. Январь 2019 года. Еще один подарочный набор. Расческа и зеркало. Так все сделано. Такое зеркало красивое. Они тоже немного разные. Подарочный набор. Обложка для паспорта. Ярлычок для багажа. Смотрите, какая обложка. Ну, вот какая. Все яркие, красивые. Все не покажешь. Очень много. А это что такое? А это у нас кошелек. 11 на 8,3 сантиметра. И опять немножко покажу расцветки. Некоторым не нравится, что я показываю расцветки. Но многие просят, чтобы показывала. Цветочек такой. С арбузиками. И очень много. Очень. Видите, сколько много? 99 рублей.
Визитница для карт. Кружево называется. Они так все одинаковые. Вы смотрите на пуговицы. Только разные вот эти полосочки. Только разные вставки. Вот, смотрите. Такая визитница. Сама она из ткани. И такая вот с грибочками. Холдер для скидочных карт. 51 рубль. Одни новинки. Подарочный набор. Ручка, зеркальце и брелок. Как подарок, я считаю, вообще бесподобный. И такая цена. 99 рублей. Разные расцветки. Разные брелки. Ручки. А это зеркальце. Коробочки. Зеркало перламутр. Вот скажите мне, пожалуйста, кто бы не захотел такой подарок. Какой красивый. Вернее, какое красивое зеркальце. Я бы, например, очень хотела, чтобы мне такое подарили. Не могу не показать их все. Может быть, не все, но хотя бы какую-то часть. Держатель для фото. Смотрите, ежики. Они тоже разные. Смотрите, как много. 51 рубль. Подвеска цветок. 99 рублей. Цепочка. Эпоксидная смола. Цинковый сплав. Медь, сталь. И они тоже разные. Вы даже не представляете, как у меня в душе. Прям в преддверии праздника 8 марта. А это у нас что? Набор косметичка. Ручка. Два маркера. Маркеры — это значит флакончики, а ручка — это помада. Ну, также они разные. Еще один маникюрный набор. Здесь уже настоящий, 7 предметов. Все нужное. Набор бумаги для скраббукинга. Смотрите, какие яркие пришли листочки. Очень много. Листы для заметок с клейким краем. Две штуки по 80 листов. Точилка двойная с контейнером. Одна штука. $55. А еще такие. Набор ароматизированных ластиков. 4 штуки. $55. Новые записные книжки. Блокнот. Ретро-цветы. 14×9 и 80 листов. Вот с такой резиночкой, закладкой. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот такой блокнот. $99. Блокноты с иллюстрациями. Тоже 99 рублей. Разные обложки. Вот такая. 99 рублей. И блокнот фантазии. Мне понравились вот эти. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.